указ Его Преосвященству, Преосвященнейшему Вениамину, епископу Минскому и Заславскому, патриаршему экзарху всея Беларуси. В связи с назначением вас патриаршим экзархом всея Беларуси, определением Священного Синода Русской Православной Церкви от 25 августа 2020 года, журнал номер 46, вы возводитесь в сан митрополита и удостаиваетесь права ношения второй панагии в пределах Белорусской Православной Церкви. Аксиос! Хотел бы сердечно приветствовать вас, ваше Высокопреосвященство, Владыка митрополит Вениамин, и радуюсь тому, что жребий избрания на Минскую митрополичью кафедру пришелся на вас. Избрание состоялось на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, но в нынешних обстоятельствах уже по сложившейся в течение последних лет традиции, такого рода решения не принимаются автоматически. И я радуюсь тому, что вы были избраны единогласно, что не было никого, кто бы сказал, давайте повременим или давайте подумаем, а может быть, кто-то и другой есть, который справится не хуже. Вот это единомыслие Священного Синода свидетельствует о высоком доверии к вам. И доверие это основывается не просто на каких-то личных симпатиях. Это доверие основывается на том, что известно нам о вашей жизни, о ваших трудах, о вашем взгляде на современные церковные проблемы. Но самое главное, то, что нам известно о вашем искреннем и сердечном призвании быть священнослужителем. И мы надеемся, что в то время, которое нельзя назвать легким, в том числе и для Белой Руси, у вас будет мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа. И одновременно, чтобы не только мир, но и справедливость торжествовали в белорусском обществе. Да поможет вам Господь мудро и спасительно осуществлять ваше архипастырское служение, памятуя как о архипастырях, находящихся отныне в вашем ведении, о духовенстве и о благочестивом белорусском народе.